Целью визита курирующего отрасль вице-премьера на одно из крупнейших месторождений региона стало ознакомление с организацией работ на промысле. В сопровождении генерального директора ООО «Тасурях нефтегазодобычи» Николая Сюткина первый вице-премьер осмотрел объекты промысла. Кусты скважин, цех приема и сортировки нефти, водозабор, площадку строительства объекта второй очереди проекта – буровую. Площадка достаточно на хорошем уровне подготовлена, и в части бурения посмотрели, как организована и добыча, и в части проживания этот вахтовый поселок в достаточно хорошем состоянии. И вот посмотрели перспективы, уже к концу 2017 года тут будет новая инфраструктура построена, в том числе и вахтовый поселок, и объекты энергоснабжения, объекты подготовки нефти. Соответственно, мы прослеживаем, как дела обстоят, для того, чтобы понимать, как двигаются предприятия по условиям лицензионного соглашения. Визит делегации совпал с проведением ежегодных спортивных состязаний, приуроченных ко дню нефтяника. Алексей Колодезников поздравил коллектив ООО «Тасурях нефтегазодобычи» с профессиональным праздником. Вручил благодарственное письмо главы республики Саха-Якутия, генеральному директору общества Николаю Сюткину и награды за успехи в труде сотрудникам предприятия. Я хочу вас поздравить с профессиональным праздником, вручить благодарственное письмо и приветствовать на адрес Николая Николаевича Сюткину, чтобы у него все было замечательно, чтобы планы, которые сейчас есть, они сбылись. И мы через год буквально приехали сюда и открыли уже второй этап вашего предприятия. Среднебутовинское месторождение было открыто геологами еще в 70-е годы прошлого столетия. Но полноценное освоение его началось только с приходом в Якутию лидера российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира ПАО НК «Роснефть». Спустя год, в ноябре 2014 года, дочернее общество «Роснефти» «Тасурях нефтегазодобыча» добыло на Среднебутовинском месторождении 1 000 000 тонн нефти. Достижение этого показателя стало возможным благодаря эффективным геолого-техническим мероприятиям, строительству скважин, объектов, инфраструктуры. Ну а возвращаясь к производственным нашим показателям, мы достаточно успешны здесь. Мы выполняем уже не первый год поставленные перед нами планы производственных показателей по добыче нефти. В бурении у нас серьезное продвижение вперед. Поэтому без вас ничего здесь не получится. Я вас всех верю и надеюсь, что вы должным образом сумеете помочь коллективу, руководству предприятия выполнить поставленные задачи. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю всем вам крепкого здоровья, безаварийной работы, чтобы достойно, отработав свою вахту, вы смогли бы вернуться домой, своим семьям, детям. Помните всегда, что они вас ждут. Удачи вам во всем! С праздником! Светлана Болеева, Алексей Семенов, Анна Касахан.